Насекомое, которое мы привыкли называть двухвосткой, на самом деле называется уховерткой. Страшно представить, почему ее так назвали. Говорят, что ночью уховертка может залезть в ухо человека, проколоть барабанную перепонку своими клешнями, пробраться в мозг и отложить там яйца. На самом деле это полнейшая чушь. Уховертка использует свои клешни исключительно для защиты или удержания жертвы, которые могут стать только мелкие насекомые, например, тля или маленькая гусеница. А вообще уховертки не хищники, а скорее падальщики, да и питаются по большей части растительной пищей. Яйца уховертки откладывают в землю, а не в мозг, и в уши никогда не залезают, чего не скажешь о пауках. Но это уже совсем другая история.